Короче, ребят, такая история, такая тема. В общем, был у меня один братан. В общем, мы с ним вместе из далекой Сибири. Вот, нас в детстве с ним, короче говоря, разлучили с братаном. Его даже звали так, братан. Вот сейчас, по прошествии 38 лет, я нашел его в Москве. Я примерно выследил дорогу, где он ходит. Знаю территорию, где он продвигается. Видел на троллейбусах, на маршрутках. И вот сейчас попробую его встретить. Вот какая это будет первая встреча, конечно, я не знаю. Такой весь растроганный, такое искушение всего этого мероприятия. Я думаю, что это будет очень пламенная встреча. Он не знает, что я еще его жду. И, скорее всего, я думаю, мы с ним сейчас встретимся. И все будет нормально. Короче, ребят, сейчас будет момент истины. Блин, так нервничаю, братан. Мой братуша успел. Красава, братан. Разлучила его берегу.